Всем привет! Сегодня я вам расскажу о находке, о моем новом аромате. Этот аромат не только мой новый, но уже, наверное, половины мира. Я обмолвилась об этом в своем инстаграм. Девушка мне написала, что она бы хотела услышать мой отзыв, что ей было бы интересно мое мнение. Ну и, соответственно, мы сегодня здесь собрались для того, чтобы поговорить об этом. В The Body Shop недавно буквально была представлена коллекция новых ароматов Elixir of Nature. The Body Shop нашли способ добывать экстракты из растений и тем самым не вредить самим растениям. И это круто! Из всех ароматов, которые там представлены, а их, по-моему, 5, я уверена, каждая девушка для себя найдет там аромат именно тот, который ей подойдет, ей понравится, будет ей по вкусу. Мой аромат, который именно мне подходит, который мне нравится, от которого меня не тошнит, это аромат Кахаи. Тот аромат, на который я вообще не возлагала никаких надежд. Я даже не думала, что он мне понравится. Я не собиралась вообще ничего такого покупать. Поэтому для меня вдвойне это удивительная по сей день покупка. Почему удивительная? Потому что, когда я оказалась в Body Shop, я решила послушать эти ароматы новые, и я слушала совсем другие ароматы. Я не обращала внимания вообще на аромат Кахаи. Он мне показался каким-то обычным, сладким, стандартным, ничего такого. Но расскажу немного об аромате, что именно заявляет и рассказывает команда The Body Shop. О всех ароматах я не читала. Я читала про именно данный свой аромат. Так вот, The Body Shop заявляют, что данный экстракт для этого аромата собирали на островах Бора-Бора. Я бы хотела там оказаться. Собирали его как раз таки из настоящих цветов Кахаи. Кахаи сам по себе вроде бы непримечательный цветок, но, как мы понимаем, он очень приятно пахнет. Аромат насыщает в себе душистый букет из белоснежных цветов кахаи в сочетании с медовыми нотами арабского жасмина и густой сладостью тиаре. Не знаю, как пахнет тиаре и медовый жасмин, не особо представляю, как пахнет, но хочу озвучить вам еще пирамиду, а потом уже скажу свои ощущения. Верхние ноты: грейпфрут, мандарин, розовый перец. Я смутно представляю, как пахнет розовый перец, но, может быть, его нотки я тоже ощущаю. Грейпфрут, ну, кстати, может быть. Вот мне кажется, здесь смешанный какой-то запах: грейпфрут, мандарин. Запахи вот не ярко выраженные. Вот мандарин вообще вы не чувствуете именно как всем привычный мандарин. Чувствуется, знаете, что-то такое вот сладкое смешение какое-то. Может быть, это розовый перец и есть? Даже не знаю. Сердце, цветы кахаи, жасмин, тиаре. Цветы жасмина чувствуются больше на верхних нотах. По крайней мере, я так ощутила. Особенно, когда вы слушаете аромат очень близко. Сейчас жасмин уже чувствуется где-то отдаленно, не так насыщенно, но он чувствуется. Не знаю, какой запах у тиаре, но, наверное, тиаре дает такую терпкость, что ли. Как будто вы попили терпкий чай такой, и вот послевкусие во рту. Вот что-то такое ощущается. Ну и шлейф. Это ваниль, пралине, амбра. Ну уж запах ванили я, конечно, ни с чем не спутаю, но амбра и пралине я как-то смутно представляю. Честно, мне больше ваниль как-то ближе, потому что я этот запах знаю, остальные я смутно представляю, поэтому скажу вам, что ваниль чувствуется. Ваниль не ярко выраженная, не навязчивая, не какая-то невкусно пахнущая, не красиво выраженная, а легкая. Может быть, кстати, пралине
пене и ваниль дают вместе вот этот вот запах какого-то ванильного мороженого. Это очень вкусно, это завораживает, это придает какую-то изюминку, аромат совершенно не однобокий. Для меня, допустим, яркий, насыщенный, какой-то такой молочно-шоколадный. Когда он чуть-чуть подвыветривается, он для меня какой-то легкий, вот реально ванильно-пломбировый. На каждом теле ароматы раскрываются по-разному. У каждого обоняние разное. И, соответственно, мы чувствуем это также все по-разному. Хоть из всех мне понравился этот аромат, больше никакой мне не подошел, больше никакой меня не впечатлил и мне не понравился, кроме Кахая. Но я считаю, что они все достойны. Мой совет вам прийти в The Body Shop, потестить его и не покупать именно в самом магазине, потому что я сделала такую ошибку. В шоке была, никто не упоминал из блогеров, что данные ароматы стоят очень дорого, 4000. Это довольно-таки внушительное вложение именно в аромат, тем более от такой марки, как The Body Shop. Я не хочу сказать, что это какая-то гнусная, плохая марка. Нет, но у них обычно такие по ценовой категории ниже ароматы, но они все достойны у них. Мне много что нравится из ароматов у The Body Shop, но такую ценовую категорию я не ожидала узнать. Узнала уже на кассе, соответственно, отпираться уже не было возможности, да и не хотелось, потому что аромат мне очень понравился. Но вас я хочу предупредить, если вы выбрали уже аромат, вы знаете, какой вы хотите, какой вам подойдет, либо вы на подарок кому-то что-то выбираете, и вы знаете, что этому человеку нравится тот или иной аромат. Неважно, может быть, даже не аромат, а любая какая-нибудь продукция от The Body Shop, я вам советую приобретать через интернет. Потому что я приобретала аромат в магазине за 4000, а сейчас он на сайте, и я вам советую поспешить. Он стоит 3. Поэтому, если мое видео натолкнуло вас кто-нибудь приобрести из The Body Shop, зайдите на сайт и приобретайте там. Ну а я вам всем хочу пожелать найти свой идеальный подарок на Новый год. Я лично нашла свой подарок на Новый год самой себе любимой. Когда я пользуюсь этим ароматом, я вот просто чувствую себя богиней, не меньше, понимаете? В общем, нужно уже заканчивать, а то я могу долго и нудно рассказывать про этот аромат, переливать из пустого в порожнее, потому что прошлое видео я забраковала из-за того, что видимость была плохая, и из-за того, что я много всего наговорила. Но надеюсь, это видео вам помогло, понравилось. Пишите вообще, кто пробовал такие ароматы, какие вообще вам понравились, может быть, вы просто тестировали и вам ни один не понравился, а может быть, вы придете перетестируете, а может быть, вы уже приобрели что-то, поделитесь со мной, потому что я, когда начинала только тестировать ароматы, я на этот вообще не обращала внимания. Я тестировала такие громкие ароматы, которые там тяжелые, прям женственные, но они мне не подходят, и от большинства у меня просто болит голова. Так, все, я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. Увидимся в следующих видео и пока-пока-пока. Даже свои карточки, шпаргалки, как ведущая прям.